Выставка проводится, потому что она в рамках фестиваля Doku Days, который сейчас происходит в городе Кривой Рог. И Кривой Рог – один из четырех городов, принявших в том числе и выставку. Вот она и тут. Она сюда приехала из Луцка и уедет отсюда в Чернигов. На фотографиях события Майдана и войны. Ну, здесь даже говорить нечего. Это ключевые моменты истории, которые переживает сейчас не только наш народ, а вообще наша планета, я считаю. Вот. В прошлом году мировая история изменилась, и мы имеем к этому непосредственное отношение. Не все еще это поняли, мы знаем.